преддверии Дня молодежи в Омске наградили лучших специалистов по работе с молодежью по итогам конкурса профмастерства. Мы считаем, что этот конкурс очень важен для отрасли молодежной политики. У нас в целом работает более 800 специалистов сферы молодежной политики. И проводить подобные конкурсы, создавать условия для их профессионального роста – это всегда максимально полезно. Мы всегда приурочили этот конкурс именно ко Дню молодежи, потому что День молодежи, мы считаем, это не только праздник для целевой группы в возрасте от 14 до 35 лет, но и, конечно, это праздник для специалистов сферы молодежной политики, для всех тех специалистов, которые непосредственно создают условия для интеграции молодых людей в социальные и экономические процессы в интересах развития нашего общества. Имена победителей и призеров были названы в 5 номинациях. Среди руководителей учреждений сферы молодежной политики победил Александр Еву. У специалистов лидировала Елизавета Михайленко. Я работаю руководителем в сфере молодежной политики уже 6 лет, и, естественно, это довольно-таки приличный багаж для этой сферы. Я имею в виду практику этой работы. Вообще сфера молодежной политики – это очень обширная сфера. Потенциал в нашей молодежи колоссальный, и наша почетная миссия, наша важная задача – этот потенциал правильно раскрыть и направить его в правильное русло. Молодежь разная, разные интересы, разные цели, задачи у всех стоят. Наша задача – их объединить, сделать единым механизмом в развитии нашего региона и не только, развитие нашей страны. Среди представителей молодежных и детских общественных объединений главную награду завоевала Алина Гермезеева. Лучшим сотрудником молодежных советов организации признан Игорь Брец, а куратором образовательных организаций – Антонина Шулындина.